Сохранение историко-культурного наследия – один из приоритетов государственной политики. Для того, чтобы не допустить дальнейшего разрушения руин Кревского замка, второй год подряд из фонда президента по поддержке культуры и искусства выделяются средства на его консервацию. Для спасения руин разработали даже специальный антисептик. Специальный противогрибковый раствор, состав которого производитель держит в секрете. Как выглядел Кревский замок в момент завершения его строительства, сегодня можно лишь предполагать, так как документальных источников, подтверждающих его аутентичный вид, не сохранилось, либо они неизвестны. Поэтому любое восстановление, либо реконструкция замка будет всего лишь версией того, что могло бы быть. Первоочередная задача сегодня – законсервировать стены и не допустить их дальнейшего разрушения. Привет-привет, друзья! Как вам красотища такая? Это Кревский замок, 14 век. До нашего времени, друзья, дошли уже руины. Но кое-что осталось. Давайте попробуем разобраться, что же тут было. Стены – это бут перемешку с кирпичом. Бутом здесь я называю вот этот природный камень. Причем такое ощущение, что он действительно прям, знаете, как на скорую руку слепили. То есть надо будет почитать, конечно. Может быть, восстановление какое-то было. Но хотя вот видите, да? Смотрите, это битый кирпич. Раствор, природный камень, все прям друг на друга навалено, налеплено. Как-то непонятно. Такая вот территория, друзья. Здесь, видно, велись раскопки в свое какое-то время. Сейчас территория огорожена, но есть лазеечки. То есть изначальный вид, это вот смотрите, такой вот, в принципе, аккуратный. Но все равно это из-за бутовка. Здесь же она идет из природного камня, как из крупного, так и из мелкого. А вот дальше, смотрите, под ним, там уже идет кирпичная забутовка. Да, интересно. Причем и внизу тоже. Я сейчас спускаюсь вниз. То есть здесь тоже перемешка с кирпичом. Здесь вот кто-то что-то рыл. Опять, друзья, кирпич. То есть кто-то что-то вырыл. Может, с металлоискателем, конечно, лазили. Не знаю. О, что, как интересно. Смотрите, какой-то как проход, что ли. То есть вот справа от меня небольшая насыпь земли, продолжение стены. Здесь вот такой. Как будто продолжение какое-то. На ту сторону. На первый взгляд что-то вообще непонятное. Опять рыли.
Я понимаю, если присутствовал природный камень в виде забутовки, но почему там кирпич? Ну, хотя хрен его знает, друзья. 14 век. В 14 веке был кирпич? Был. Либо это не 14 век, какой-то новодел. Может быть, слепленный вообще наскоро. Непонятно, вот эта стена какая-то светлая, как будто только новая. Может быть, восстанавливали, конечно. Пойдемте посмотрим дальше. Креви. И вот что обозначает болото Дрыгва. На самом деле этот замок и он был и построен на низком месте. Вот даже как поглядеть, кругом такие уж горки, а мы находимся у нижине, вот на самом деле. Тут некогда надто было заболоченное место. Ну, про замок в те часы, ну, что я могла ведать? Ну, вот ведала, что тут, значит, князь жил, литовский Гайла, что тут в этом замку подземелье, значит, находилось, что вот тут это был дядька ягонный, ну, задушенный. И еще он избирался вот тут своего брата Витута, тоже вот таким покарач манером, бо тут такая уже влада шла, так сказать, за владу. Вот. А Витут находился, это двоюродный брат, это Ягайлы, тут у этом подземелье находился, а Витуту дозволено было, как жонка приходила, довядалася, и вот жонка спустилась со служанкой, вот у этого подземелья служанка свою одежу отдала Витуту, и таким манером, значит, Витут был разом с жонкой вышли, обманувши стражников, а уже эту служанку после казнили. Краткие сведения на табличке при въезде. И вот что, друзья, показано. Давайте попробуем восстановить картину из той информации, которая сейчас есть на данный момент. То есть мы видим руины замка, который официальная история относит к 14 веку. Есть небольшие истории, касаемо замка, но это в основном легенды. В 16 веке замок, как утверждается, подвергался нашествию и осадам татар. Хотя мы с вами знаем, и многие уже это доказали, что никаких татар и не было в помине. Это уже говорит о том, что история, друзья, не та, которую нам преподносят. 16 век, 18, 20. В эти века замок подвергался нашествиям и восстанавливался. Последняя череда разрушений постигла замок в Первую мировую войну. В 1914-1918 годах у немцев была позиция в данном замке. И после артобстрелов была очень сильно повреждена княжеская башня. Это та самая, которой останки мы сегодня с вами видим. Также были разрушены стены. В 1929 году была произведена консервация. В 1970 году замок исследовала русская экспедиция. Затем в 1985 и 1988. Восстановление происходит и по сегодняшний день. Белоруссия славится своим множеством замков. И это лишь один из них. Здесь вот плита. Может, в советское время что-то пытались, конечно, восстановить. Или вот эти остатки. Может быть, это и есть советское восстановление. Что-то хрен их знает. То есть, вот смотрите, кусок земли
получается, сняли и открыли вот стену. Здесь опять же все вот кирпич, бут. Стена так-то высокая, конечно. Вот такая она будет выглядеть после реставрации. Смотрите, а тут я нашел, друзья, фрагмент, где полностью из кирпича, из старого. На кирпичку, и где уже, конечно, подвылся или подвыветрился. Толщина стен приблизительно 1-2 метра, может быть, чуть больше. Перед вами еще один замок, который очень похож на Крывский, но название у него Лидский замок. Он был тоже практически полностью разрушен, но сейчас его уже восстановили. И классификация, скорее всего, проходила именно по похожести замков. То есть вот это остатки, может быть, башни. Башня была, скорее всего, да. Вот здесь, смотрите, кусок открылся. Но здесь кирпича уже нету. Это получается, что ниже. Опять идет, получается, красивая как бы облицовка. То есть вот этой облицовкой, смотрите, ни одного фрагмента нету из кирпича, все маленькими кусочками природного камня, заделаны щели между камнями большими, а уже внутри уже идет забутовка из кирпича. То есть, видите, да, делали как бы облицовку красивую, но при этом внутренности мы с вами видим абы какую. Еще вариант, что, возможно, то, что мы видим из кирпича, не знаю даже, как сказать. Когда этот камень укладывался, неизвестно. Также видно, что облицовка была у стены, тоже из кирпича, но кирпич со временем выветрился. Мы видим этот кирпич в некоторых местах, что он еще остался. Когда его туда закладывали, тоже неизвестно. Первомыслия здесь никакого. То есть, с одной стороны смотришь... Хотя нет, здесь вот тоже фрагмент кирпича. Смотрите, пишите комментарии, потому что что-то для меня здесь не особо понятно. Какой-то это новодел скорее. Вот здесь тоже встречается уже цемент. То есть заливали. Надо будет почитать, может быть, в советское время что-то делали. Здесь известняк, по-моему. Или это раствор такой? Когда производились эти восстановительные работы? Кто заливал этот бетон? Информации вообще нету. То есть есть какие-то сведения, что в 80-х годах, в 1980-х здесь производились изыскательные работы по исследованию.
потом производилась консервация в 1929 году. Но чтобы здесь велись какие-то восстановительные работы, то есть такого нигде ничего не описывается. Отверстие. Еще один фрагмент кирпича. Вон еще пятно, за ним еще одно. Красавчик аист, да, полетел. Аистов в Беларуси много. Пока едем, очень много встречаем деревень. Практически через одну стоят гнезда. Вот здесь тоже видно хорошо, как часть стены была выложена кирпичом, а сверху опять бут. То есть либо его в царское время восстанавливали, ну хотя навряд ли там были мастера, что-нибудь придумали получше. Скорее всего, может быть, советское. Не знаю, друзья, что сказать. Сейчас его восстанавливают еще раз. Как выглядел замок, приезжайте к нам, всего 4 километра. Смотри. Нельзя показано. То есть, вот это вот эти остатки. И вот дальняя башня. Я вам показывал ее там советских времен. Вот еще, друзья, сооружение интересное. По ходу дела брали от замка камень и сделали такую вот сыроюгу отличную. За последние 5 лет было зафиксировано несколько серьезных обвалов. Чтобы памятник архитектуры не разрушился, окончательно приступили к его консервации. В прошлом году работы велись на Княжеской башне, единственной сохранившейся в Беларуси башне-донжон, которая совмещала в себе оборонительные и жилые функции. На эти цели из фонда президента было выделено около 100 тысяч рублей. При раскопках Княжеской башни были найдены элементы фресок, которые практически идентичны фрескам Меденькайского замка. Эти замки строились приблизительно в один исторический период. Это одна линия обороны. Они находятся достаточно близко, и можно предположить, что технологии, которые применялись, они были схожи в то время. Сейчас башня накрыта временной кровлей, затем ее заменят на керамическую черепицу. После этапа консервации начнется реставрация, но исключительно до уровня устойчивой руины. По возможности восстановят части боевых галерей. Камни, которые с момента разрушения замка лежали у его подножия, используют для наращивания толщины стен. Когда-то она составляла 2,5 метра. В результате проведенной консервации и в результате вот зачистки тех камней, которые получились после разрушений, вот это, значит, вот есть пока этот бутовый камень. Строители уже выражают определенную озабоченность, что для окончания, для проведения консервации полностью всего объекта камня здесь не хватит. Поэтому однозначно камень будет привозиться где-то с соседних полей, ну, будем изыскивать все возможности. В этом году на сохранение Кревского замка выделено 880 тысяч рублей. На сегодня осыпание стен зафиксировано на процентов 70-80. Для восстановления используют спецраствор, разработанный исключительно для Крева. Его цвет в точности повторяет аутентичный колер кладки. А вот состав – коммерческая тайна. Раствор, антисептик,
противогрибковый состав, значит, очищаются конструкции, камни от лишайника, грибков на камне, очищаются, обрабатываются этим составом, ну и состав предотвращает появление новых образований на камне. Альтернативная версия такова, что в какой-то определенный момент произошла катастрофа. Мы это видим по множеству снимков, где дома, города, горы оказались под слоем глины. Каким образом это все произошло, никто нам не говорит, да и не скажет. Но есть подобные строения. А на данной территории замки, костелы, которые, к нашему пониманию, к видению тех сооружений, которые мы видим в России, вообще, так сказать, не относятся по архитектуре. Когда эти замки строились? Кто их строил? Официальная история нам дать ответов не может, только небылицы и истории. То есть вопросов остается множество. Засыпан этот замок или нет, сейчас сказать трудно. Есть какие-то ходы, лазейки, но опять же, да, это считай как вилами по воде, так сказать. То есть сооружение интересное. Я подобных сооружений встречал редко, я думаю, что вам будет увидеть их тоже очень интересно. То есть напутано здесь, конечно, очень много. Но самое что интересное, что мы сейчас имеем с вами фотографии, которым 100 лет. На них видно, что замок был, ну, немного лучше. После последней, так сказать, войны, а именно Первой мировой, когда там в 1917 году артиллерия расстреляла замок, уничтожила там его часть и рядом церквушку, я показывал ранее фотографии, то представьте, да, вот прошло 100 лет. До этого что разрушило таким образом замок? То есть какие были войны еще 100 лет назад, еще 100 лет назад? То есть основной датировки никто не знает. То есть есть какие-то предположительные истории, опять же, додумки, история Беларуси самой, и идет подстройка информации. То есть замков по Беларуси тоже очень много. И подобной формы, и более другой формы. Замок Несвиш у меня есть на канале. Кто не видел, посмотрите обязательно. Замок Звезда с огромными подвалами и так далее, которые относят к Радзивиллам. Он тоже строился там 15 век. Там какие-то войны потом были, тоже истории. И везде как бы одна и та же картина. Но когда путешествуешь, друзья, и видишь вот подобные сооружения, настолько разные сама, по структуре, по архитектуре, то есть сооружения просто разнятся конкретно. И возникают тоже вопросы у себя же в голове. То есть смотришь на них, и действительно, они вообще относились к какому-то другому периоду. То есть мы с вами сейчас пытаемся смотреть на историю и говорим, что история это ложь. Но в голове все равно возникает какая-то каша. То есть говорить, что о, это там относилось совсем к другому периоду, что там средних веков не было и так далее. То есть это можно говорить, когда этого не видишь. Еще будет на канале множество роликов, где я буду показывать подобные сооружения, друзья, но они были. На этом, друзья, все. Пальцы вверх, подписывайтесь, пишите комментарии. До скорых встреч!